ноутбук Asus ROG Zephyrus G14. Оружие для игровых побед и самовыражения. Если вам надоели глянцевые зализанные ультрабуки и нужна мобильная мощь, Asus ROG Zephyrus G14 как раз то, что нужно. Комплектация ноутбука царская. Две зарядки домой и на работу, плюс фирменная сумка. Вообще дизайн у ноутбука Asus ROG Zephyrus GA401IH достаточно брутальный, особенно в черном цвете. Сверху с торца тут все занято отводами воздуха, а для забора прохлады ноутбук использует боковые стенки. Все разъемы смещены ближе к центру. Как и положено игровой машине, разъем питания рядом с HDMI и Type-C, поддерживающим DisplayPort. Также разъем под наушники, а с противоположной стороны пара быстрых USB версии 3.1 и еще один Type-C. Открывать ноутбук удобнее двумя руками, как и пользоваться удобной клавиатурой с механизмом Overstroke, благодаря которому нажатия практически неотличимы от добротной механики. В клавиатуру питания вписан сканер отпечатков, есть несколько горячих клавиш. По нижним углам клавиатуры вынесены отверстия динамиков аудиосистемы, выдающих на пике под 90 дБ звука, с неплохой проработкой низов. Экран Asus ROG Zephyrus G14 оснащен матовым IPS-дисплеем на 14 дюймов с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц. Как раз под стать начинке шестиядерным процессором AMD Ryzen 5 4600HS, чья тактовая частота может достигать 4 ГГц в режиме турбо. Оперативки в конкретной модификации 8 ГБ DDR4. За графику отвечает NVIDIA GeForce GTX 1650 с 4 ГБ собственной памяти. Хранилище твердотельное на 512 ГБ. На борту есть 6-й Wi-Fi и все самые актуальные беспроводные интерфейсы. Самое интересное в данной модели – это гибкость превращения из мощной игровой машины с утилитами разгона в долгоиграющий мобильный аппарат. Встроенного аккумулятора может хватить вплоть до 10 часов работы в режиме офисной машинки. Кстати, эта модель поддерживает зарядку по Type-C от сторонних блоков питания на 65 Вт.